Військовий експерт оборонного експресу Валерій Рябих розповів, що росіяни повтікали із частиною особового складу на територію Криму. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Еспресо». Ворог повірив, що наступ триватиме саме на півдні. Відзначається перекидання ворожих сил та засобів з північного напрямку на Херсонщину. Частину побитих вояк також було відведено на окуповану територію Криму. Окупанти серйозно сприймають інформацію. Не виключаю того, що треба очікувати удару, зокрема і по Криму найближчим часом, зауважив Рябих. Ворог сприйняв серйозне рішення ставки Верховного Головнокомандувача України та завдання, яке було поставлено перед Збройними силами щодо початку контрнаступальної операції. Тому ворог зараз створює резерв в районі Нової Каховки для оперативного перекидання на правий берег Дніпра щодо дій на Криворізькому напрямку або для удару на півночі, підкреслив Рябих. Але все це нагадує затягування величезних сил у пастку. Тому на ворога, можливо, ближчим часом очікує Сталінград. Путін сам себе загнав в тот угол, о котором он всегда говорил со страхом, что если даже крысу там или зайца загнать в этот угол, он становится зверем. Сам себя Путин загнал в этот угол. Он прекрасно понимает, что современная война – это не война количества, это война качества. Я думаю, что сейчас это уже все понимают. И я думаю, что это прекрасно сейчас понимает Запад, который абсолютно четко осознает, что вне зависимости от численного превосходства, если вдруг даже будет мобилизация российских войск, сегодня в современной войне человеку на поле боя делать нечего. Он служит просто обычным пушечным мясом, если противник вооружен серьезным современным оружием. Мы это видим с вами. И Путин понимает, что если сейчас, вот в данный момент, и мы там знаем сейчас очень много всяких там историй, правдивых, неправдивых, домыслов, недомыслов о секретных переговорах в Стамбуле, да, вот, и если сейчас Путин не усадит за стол переговоров Украину, а вот на это очень немного шансов, мягко выражаясь, и вместе с западными ее партнерами основными, то, в общем-то, там Путину ловить в этой войне, по большому счету, через какое-то время будет нечего. Там будет просто перемалываться вся эта пушечная масса, пушечное мясо, и никакого шанса там ни на дальнейшее наступление, ни на оккупацию, ни на что-то еще у Путина нет. Это означает, что войну он проиграл. Я думаю, что он это прекрасно понимает, иначе бы не шли от него постоянные сигналы. И этот Лавров там, чудак на букву «М», бегает по всему миру и говорит, что мы-то за мир, это украинцы нам не дают его установить. Вот. Я думаю, что вот они сейчас это понимают. И обратите внимание, на этом фоне, Путин вдруг ни с того ни с сего, ладно, там он эти доктрины подписывает публично, этот парад клоунов там и каких-то фриков. Он заявляет, мы понимаем, что ядерная война не может быть развязана, потому что в этой войне нет победителя, и она не должна начинаться ни при каких условиях. А теперь я вам говорю, к сожалению, зная Путина немного, так сказать, и лично, и не лично, и в связи с, так сказать, наблюдая... Все надо с обратным смыслом воспринимать. Да, Марк, вот ты опередил правильно эту мысль. Нужно толковать его ровно наоборот. Что это товарищи, выжившие окончательно из ума, вполне реально, допускает, не только допускает, а думает о применении ядерного оружия в надежде там то ли выжить, то ли забрать всех с собой. И этому сегодня появилась какая-то непроверенная информация. И там уже голоса раздаются с требованием там, разведки США и других разведок западных стран дать подтверждение или опровержение. Якобы проведены в какой-то повышенной боевой готовности ядерные силы России. Вот все, что Путин не говорит и не призывает делать, нужно толковать ровно наоборот. Сказал, что не будет войны с Украиной. Да, конечно, конечно. Проводим учения, война с Украиной. Сказал, что мы не будем там нападать, мы это будем спецоперации, это значит широкомасштабная война. Мы не будем там делать то-то, будет обязательно. То есть это такая... нехорошее дальше идет слово, сами там добавьте по смыслу, который всегда врет и говорит, и всегда обманывает, всегда лицемерит. Поэтому вот меня это очень настораживает. И как политика, и как обычного человека, потому что я сейчас ко мне приехали все мои внуки, я очень не хочу, чтобы они где-нибудь оказались в тех местах, где может быть применено тактическое или не тактическое ядерное оружие. У меня, например, сейчас такие как бы серьезные опасения, что все-таки что-то может произойти. И вот почему август месяц может быть эпохальным для всего мира, возвращаясь к этому вопросу, потому что август месяц покажет, есть ли возможности у Путина, но я думаю, что нет, я, в общем, этот ответ и знаю, но все-таки
он будет для себя искать ответ, есть ли возможность усадить за стол переговоров Украину, имея максимум захваченных территорий и как бы преимущественное положение на фронтах, или это нет. И будет ли контрнаступление, и насколько у него будет сила удержать эти захваченные территории, я думаю, что не будет. И тогда вот станет прямой вопрос, а решится это вот мировое чудовище на применение оружия массового уничтожения, способного уничтожить уже миллионы, десятки и даже сотни, если, не дай бог, дойдет до применения стратегических ядерных сил, сотни миллионов людей. Вот это вот ключевой вопрос, который мне, например, совершенно не дает покоя каждый день. Кстати, сегодня 77 лет Нагасаки. Хиросима, да, да, совершенно верно. Я очень хорошо, я с огромным уважением отношусь к нашему товарищу Андрею Андреевичу Пинковскому, которого мы много раз в эфирах, и я знаю, что он настроен более оптимистичный, и он считает, что угроза ядерной войны, она минимальная, мизерная. Вот. Я, к сожалению, не до конца с ним согласен, при всем том, что, конечно, я уважаю его опыт, знания, глубину и так далее. Ну, разные оценки, что, разные оценки. Да, вот поэтому я просто не понимаю, что будет делать Путин, когда он четко поймет уже и убедится, и начнет по факту проигрывать войну, нести поражение. Ведь у него станет вопрос о выживании. Он ведь понимает, что поражение его в войне означает для него вопрос о том, будет он жив или не будет. Вот так стоит вопрос. Не будет ли он у руля, не будет руля. А будет ли он жив или не будет. Уйдет ли он своей смертью? Или ему помогут? Если ты позволишь, добавлю, просто извини, что перебиваю. Там есть одна такая маленькая заковыка, деталь, что как раз вот этот тонкий момент, быстрый, он определит и лояльность тех, которые тоже отвечают за возможность нанесения удара. Поняв, что, значит, имеет место предпосылка для поражения, они могут и отказаться выполнять такой приказ, потому что им-то очень жить. Вот, Марк, вот я просто. Но об он этом... говорил об этом. Я просто ради вящей справедливости. Вот, а вот я смотрю на тот сброд, который воюет. Я смотрю на тот сброд, который руководит сбродом, который воюет. Вот эти генералы, вот эти прочие. И у меня, ты знаешь, я понимаю, что среди них, даже среди этих людей, есть трезвомыслящие и реалистично понимающие ситуацию люди. Но ведь тут еще нужно, понимаешь, моральный стержень иметь. Вот нужно какой-то подвиг совершить, нужно преодолеть себя, нужно стать героем, сбросив в себя вот эту всю шелуху подлости, гнусности, жестокости, безответственности и так далее и тому подобное. А смогут ли люди, которым нужно будет замыкать там контакты на ядерной кнопке, остановить это или нет? Вот у меня нет никакой в этом уверенности, к сожалению. Нет, но это остается загадкой. Это остается загадкой. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.